пытаться скинуть и все отъебаться отсюда. Если я этого делать не буду, она меня Все, здесь 100% прыгнет. Можете ни на что не рассчитывать. Лучше сдавайтесь до того, как вы уснете. В целом я здесь, теперь я знаю, что она хочет сместиться туда, да-да-да. И то же самое, то, что мы делали делать, да? Если я это допущу, опять же, меня ничего хорошего не ждет. Я ставлю руку сюда, чтобы не давать ей смещаться, но одна рука здесь, она ее может сместить и убрать сюда. Я подкрепляю эту руку здесь. Теперь я мешаю ей этой рукой убрать. То есть моя левая рука абсолютно здесь без угрозы. Ну, за исключением, если она не отпустит треугольник, не пойдет на кимуру. Вряд ли она это будет делать. Я левой рукой подкрепляю свою правую руку, чтобы она не могла этого сделать. А самка прямая, опять же, если она дотянется до затылка, это все уже не имеет значения. Она опять же меня полностью будет разносить. Мы рассматриваем ситуацию, где я не позволяю контролировать мой затылок. Держу здесь. А чаще всего, на самом деле, когда человек понимает, во-первых, если я веду по баллам, я не буду рисковать, пытаясь открыть ее треугольник, я просто буду ждать. Я и так выиграю, понимаете? Она должна рисковать, и она должна придумывать и выдумывать здесь ситуацию, чтобы победить. Если я проигрываю по баллам, ну, мне уже нет смысла ждать здесь. А то, что я не проиграю с сабмишном, я все равно проиграю, понимаете? Суть-то всегда выиграть. Мне нужно будет стараться уже немножко больше рисковать. Понятное дело, что при попытке открыть гард я могу там попасться, ошибиться, да? Но идея в любом случае у меня такая. Мы здесь, и я знаю, что если ее жопа окажется там, все, я проиграл. Соответственно, первая ее жопа должна быть здесь. Мой локоть контролирует. Я всегда говорю, правый локоть, правое колено, потому что она хочет сместиться сюда и законтролировать. Это первое. Чтобы она руку не убрала, я подкрепляю. Теперь, находясь здесь, да-да-да, понимаете, да, я прям контролирую эту ситуацию. Левой рукой я хватаю вот так. Правую руку ставлю сюда. То есть я оказываю вот такого рода давление на бедро сюда. И вот такого рода давление на это место, на ее это бедро туда. То есть такое двойное давление я делаю вот так. Извини, пожалуйста. Опять же, я не к тому, что я здесь 100 раз, 100 раз выиграю. Скорее всего, если человек лучше меня борется или хотя бы не хуже, наверное, он меня все-таки переборет. Идея все равно не меняется. Вот здесь быть, не давать ему туда подстроиться, не давать ему убирать ту руку, не давать ему хватать затылок. Впоследствии. Раз, два. Открывать. То есть я как бы делаю вот, вот эту ногу туда, эту сюда. Понимаете? Максимально вот неприятное воздействие. Вот, смотрите, во-первых, моя рука не так. Я ее ставлю вот, и она упирается в его бедро. Дальше я здесь. И теперь я делаю вот такое движение в него вперед. Ну, это вот единственное, как я пользуюсь защитой. Опять же, если, ну, бывает, я проигрываю точно так же, как и вы. Но я точно вам говорю, если законтролирует ваш затылок, можете не надеяться выиграть. Понимаете? Вопрос? Али, можно? Конечно, можно. Давай спрашивай. Может, бред полный? Я просто видел, когда есть треугольник. А, бред полный. Когда есть треугольник, освобождается, вставляя ноги. Нет, в смысле бред полный? Я так сам лично освобождался. То есть, когда я понимаю, что я вот здесь и уже вот, я вот это все сделать не могу, у меня последняя инстанция хотя бы вот сюда лезу, понимаешь? Теперь я за счет этого ухожу. Но это, опять же, это ситуация чуть хуже, чем была... Ну, отпусти рукой. Вот. Здесь, конечно, у меня пока еще не такая херовая ситуация. Здесь я не буду идти в еще более просто, да. Здесь как бы поэтапно все может херовить, понимаешь? Тут я буду вот здесь. Как ты будешь меня пытаться атаковать, забирать? Перекидывать. Я понимаю, да. Я прекрасно это понимаю. Поэтому я очень сильно сконцентрирован здесь. Но не вот так. Да. Потому что иначе все то же самое. А это уже когда... Если ты схватишь мой затылок... Да. Раз, два... А если руки в татами упереть в одну указатель? Мне? Да. Какой татами? Ну, в татами. Вот, вот так? Да, 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 да. Ну, блин, на самом деле у меня левая рука туда не дотянется так. Ну, как? Бля, она не дотягивается туда. Левая рука у меня не дотягивается. Вот, вот. Ну, вот у меня просто левая рука физически сюда не дотягивается, понимаешь? Все. А вот здесь вот. Я еле-еле здесь пальцами хватаю вот это место. Правой рукой сюда и делаю вот это движение. А в другую сторону? А? А в другую сторону? Смотри, что будет. О, гениально. На соревнованиях кто так делает? Пожалуйста. Развлекайся. Подожди, мы вообще в процессе открыл. Ну закрой надо. Вообще нормально. Если в таком положении... Ты только у пристава там. А, ну блядь, ты что, серьезно, что ли, сюда иди. Я закрыл треугольник. Все, отсюда ты вышка, блядь. Конечно, конечно. Давай, давай, давай. Не, ну когда, а если без контроля головы? Я говорю про контроль. Бля, как я? Я что буду? Вот так вот лежать, что ли? Я не понял. Ну ты здесь, как мне без контроля головы? Я только объяснял, что суть моего треугольника законтролировать голову. Конечно, если он бездарный, не знаешь, что мне голову контролирует, ты, в принципе, можешь пешком выйти отсюда. Он-то будет вот это делать. Единственный способ выйти отсюда, смотри.
Ну, дай, да? Раз, два. Видишь, не давай, во-первых, выпрямись. Не давай вот эту руку убрать. И вот, вот это охеренная защита. Ну, по крайней мере, как я сейчас вижу на сегодняшний день. Если я тебя законтролирую, то же самое. Если я сделаю вот так, то же самое. Держи. Упрись руками сюда. Ты откровенно этой рукой до сюда не дотянешься. Ага. Понимаешь, да? Теперь смотри, да, вот не даешь мне это сделать. После этого левой рукой хватаешь вот тут где-то, внутри, вот тут. Правую руку упираешь вот сюда, еще ниже. Смотри, чтобы вот, вот на это место давление, вот туда, туда, убери свою руку. Теперь сделай вот сюда на меня, причем во! Идею понял? А, вот за колено надо блокировать вообще, это до колена. Мнение эксперта слышал? Ребят, все, пора по домам.